На Россию подумывают, как заставить всех граждан думать одинаково и вычислять инакомыслящих в один клик. У человека не будет никакой другой возможности зарегистрироваться без паспортных данных, то и, соответственно, каждый человек будет думать, хотя они уже так думают, а может, не стоит им ничего писать, потому что придут и посадят. Пресечение свободомыслия с рождения. Интернет – это единственное сейчас, наверное, место, где люди могут свободно что-либо сказать. Но в Госдуме предложили ужесточить условия регистрации в соцсетях. Хочешь быть в сети – вводи паспортные данные и пиши. Данный законопроект именно изначально направлен, чтобы взять под колпак. То есть кардинально рубить полностью конфиденциальные данные и обязаловка полностью их все предоставлять в сети интернет. Это и есть как раз придушение свободы и всего остального. То есть вы же знаете, у них есть закон за то, что ты не то сказал, не то лайкнул, не то подумал в сети, где угодно. Если человека вычислят, его могут посадить. История уже есть, криминальные дела уже есть, есть уже статьи, людей уже сажают, есть уже непосредственно выроки. Каждому пользователю придется указывать реальные имена и фамилии. Дети до 14 лет смогут зарегистрироваться только через законных представителей. Они хотят владеть информацией, чтобы она была только у них. И любой чих в сети был бы идентифицирован, кто это сделал. А несогласных разработчиков всевозможных мессенджеров и сайтов попросят на выход. Мы все регистрируем в социальной сети по правилам непосредственно этой сети. То есть технически им нужно будет делать что-либо до регистрации социальной сети. То есть они должны запустить свою интернет-систему, свои социальные сети, например. Вот Одноклассники, они могут обязать там регистрацию по паспорту пересылать, хотя они так это все делают. ВКонтакте вообще дырка, там полностью вся информация находится в ФСБ от А до Я. Но вся диктатура преподносится как благость. Так депутаты заявляют, что таким образом они будут понижать уровень безнаказанности в интернете. На самом же деле контролировать каждую вашу мысль. Да, прикрываясь теми же самыми преступлениями, то, что очень много буллинга, много мошенничества, это, конечно, все правильно. Это есть. Очень хорошая идея для этого была у них создана и которая у нас есть. То есть, например, сим-карты по паспортам. То есть номера телефонов, которые привязаны к определенному человеку. То есть, если человеку скрывать нечего, то ничего страшного. Но выяснить конкретно, кто что сказал, и придушить это на картину, это совершенно другое. Они будут проводить исследования и говорить, что 72% детей и подростков сообщили, что сталкивались с неприятным содержанием сайтов. А 47% рассказали, что им предлагали в интернете попробовать наркотики, алкоголь или заработать, распространяя информацию о них. Будут наставить на уголовной ответственности за кибербуллинг. Но все это только ради одного – 100% контроля вашим сознанием. Все понимают, что телевизор уже на молодежь не влияет. В большинстве своем. И поэтому они пытаются занести весь этот контент в сеть и обязать весь свой контингент и всю свою страну смотреть тот контент, который нужен непосредственно верхушке. И в данном случае, естественно, они хотят это сделать. И они будут делать это всеми правдами и неправдами, ограничивая возможность входа в сеть, чтобы это было только через документы. Также они хотят полностью сделать закрытую сеть а-ля Северная Корея. И принятие закона может произойти уже в начале 2023-го. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила, что у них уже находится на доработке закон 2010 года о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Это базовый закон, и мы намерены дорабатывать его в приоритетном порядке. Так что теперь иноагентов будут распознавать с пеленок и брать в оборот. Возвращается все на круги своя. Они хотели совок, они его возрождают, они его воплощают. Осталось только запустить как раз производство черных воронков и запустить их в дело. А что, хотели назад в будущее? Получайте!